Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, фуфло, какое-то, Гусь, Санёк, ЛТВ, Кирилл Геймер, Крошка-крошка, Итучка, Гафака, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет, я вернулся. Ребята, будет сегодня очень классный веселый ролик, потому что мы будем вселяться монстров Poppy Playtime с главы 3 и между собой воевать. И выясним, какой же монстр самый сильный. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем битву. Так, ну что, я вселяюсь в монстра через специальную команду. 3, 2, 1. Погнали. Так, я буду очень сейчас реально играть аккуратно для того, чтобы затащить. Да прямо хату, плохо. Пацаны, давайте, кто не сыт? О, есть, Максим! Я поддался. А, ты поддался, я понял. Вот я вижу монстра, иди сюда, иди выстрелись. Так, ребята, надо быть очень аккуратным, очень так. И смотри, чтобы сзади никто не шел. Смотрите, я его сейчас убью по красоте. Опа! О, нет! Я же кликал кнопкой. Ладно, это первый раунд у нас был, пока что так. Так, три монстра. Так, интересно, кто же в первом раунде затащит? Смотрите, этот монстр и меня убил. Я в ПВП в Майнкрафте закликал. Давай, давай, давай. Ну! На! Отлично! Ты выиграл, что ли? Да, возможно. На лайке. Так, давайте второй раунд, ребята. Сейчас я буду очень внимательно играть, и сейчас я уже не сольюсь. Что-то мне Истучка уже воевать не хочется. Ну ладно, придется. А хочется, а Дима придет. О, давайте возьмем с собой челу вот это вот. Во! Пацаны, ну что, вы готовы? Конечно. 3, 2, 1. Второй раунд начался. Так, давай, иди. Блин, я боюсь. Иди тихо, сюда. Тихо. Отвали от меня, это ты? На! Да я чё проиграю? Да вот что он. За бред? А моя собака живая осталась? Да. Эй, ну собака, ну как так-то? Я подаю специально, я сейчас тоже выиграю. Так, ну пока мне что, вот этот Хаги-Ваги, мне кажется, самый сильный из всех. О, давай! Собачила хвостата. Кто ж кого? Напишите, ребята, в комментариях, кто выиграет. Ну, давай, давай, жри его. Есть. Два раза сожрал. Давай, и теперь ты его ешь. А кто-то зеленый вообще? Это я. Эй! А ну, сзади его. На красоту. Убей его сзади, со спины. Так. Настроя уже, все? Да, востроя, пацаны. Итучка, я в тебя верю. Ты за красного, да, играешь этого? Да, да, да. Все, я знаю, что ты сейчас опять всех выиграешь. Ну, кто из них выиграет? Да я... ладно, вот теперь посмотрим, будет ли Итучка второй раз победителя. Вы разминулись. Что? Да, все, победитель. Нет, победитель. Итучка, победитель второй раз. Представляете, как хорошо играет человек? Молодец. Да мы поддаемся просто. А, мы поддаемся. Так, давайте теперь возьмем еще какого-то другого совсем монстра. О, давайте медленного возьмем. Мне кажется, я за него выиграю. Нет, ты не убежишь ни от кого. А мне не надо убегать, мне надо просто кликать. А что у меня на жопе зубы? Что? Зубатая... А, это нитки, думаю, зубатая жопа. Чтобы какашки раскусывать. Ребята, настроение отличное. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал и колокольчик жмякайте и залетайте в наш дискорд, поорем. И, кстати, хочу еще сказать такую новость, что мы всех разбанили в моем дискорде. Кто был забаненный, залетайте. 0 банов. Мы вас ждем. 3, 2, 1, погнали. Ну, давай. А вот теперь я... Да что за бред? Почему я про... Я ни разу не выиграл? Да и ладно, я поддаюсь специально, блин. Окей. Короче. Так, беги, беги, тебя все преследуют, беги. Два раза подряд можно убивать? Как это работает? Блин, я опять... А так, короче, как я начал убивать, то он PC уже убивает. Так. Саня, давай, Саня, я готов. А вот красный, это опять Итучка? Да, да, я. А, красный, все, я понял. А вот какая-то шкатулка вонючая убегает. Черепиздрик маленький, ты куда бежишь? Ешь его. О, шкатулка выиграла. Ой, я буду за шкатулку, наверное, сейчас играть. Шкатулка, тебя сейчас съест зеленая морда. Ну, давай. Вы разминулись? Огуршик. Огуршик. Это браки, пацаны. Да ладно. Да ну, ты съел? Хорош. Да. Ну что? Посмотрим. Кто же выиграет из них? Ну-ка. Это, кстати, Хаги-Ваги с разных частей. Кто же из них сильнее? Ура! Итучка, молодец. Да блин, пацаны, давайте Итучку конкретно сейчас убьем. Все, согласны? Давайте. Все, мы сейчас между собой не воюем, наша сейчас цель его убить. Да, хорошо. А представьте, сейчас будет такая фишка, что он опять всех убьет. Убьете, меня толпой бьете уже, все. Погнали, ищем Итучку красного.
Он здесь за домом, слева. Вижу. Сверху. Все, я его встречаю здесь. Я его должен лично убить сам. Не, я. А и тучка, а ты опять... На тебе! Да что за жопа? Да как это работает? Почему я проиграл опять? Блин, ни разу не выиграл. Блин, ну, я хотел Диму давайте, съесть. Давайте, едучку уже что, да, есть. Стой, 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 не убивай. Ну, блин, ну крыса, хуй. Все, вы молодцы. О, давайте посмотрим, как они здесь воюют. Ну, кто же из вас выиграет? Туда. Опа, огурец выиграл. И сам такой. А вот еще здесь. Так, шкатулка вонючая победила. Прикольно, раскраска у шкатулки. Опа, еще 4 человека осталось. Скорее всего, 4 монстра. Ну-ка, Сигма. Старый и новый встречаются, и... На тебе! Максим, ты выиграл? Я убил его, Нет, я еще остался. Так, ну, Максим! На тебе! Молодец, Максим, давай я за тебя болею, ты должен выиграть в этой серии. А кто остался? А все. Больше никто. О, ты выиграл, Максим! Вот, ребята, беспроигрышный мой вариант. Готовы? Это ж какой, да. Интересно. А чё, все шкатулку взяли? 3, 2, 1. Так, давайте посмотрим. Шкатулка вонючая. Гафака слился, хорош. Ну давай, давай, нападай. Давай. Ого. Давай, что за крики? Так, смотрим, кто же из них выиграет. О, Сигма. Хорош, хорош. Это ты, Максим? Это я. Давай! Тихо, отвали, отвали. У меня сейчас есть преимущество, я очень быстрый. Это ты розовая это? Да, я морда розовая. Давай, подходи. Не, вы давайте воюйте между собой, я хочу выиграть. Ну ты сейчас, вот я еще. Убью его, и ты на меня нападешь. Нет. Густанёк, иди сюда. Отстань, давай Диму убьём. Есть! Я сож... Есть, ребята, наконец-то я смог убить. Ты в крысу просто меня убил, я не понял. Без разницы, как я это сделал, главное результат. Ах так? Да, я такой. Так, пацаны, ну что? Хоть один раунд должен зато... Ага! Нет, это... Гусенек, у тебя... Пиписька-гусь. Есть! Отлично, ребята, отлично! Я выигрываю, покажешь. Слышь, ты, вонючая шкатулка. Ты на меня бежишь? Иди сюда, щенок. На тебе! Классно! Дим, я один с тобой остался. Да, давай, ну что, разберемся, ну, давай, с тобой. Нападай, как нападай. Мужики. Давай, иди сюда. Ты боишься меня? Нет. Я тебя не боюсь. На тебе за это. Ребята, я победил. Сразу видно, все поставили лайкосик. Спасибо вам большое. Ну что, я буду теперь дальше играть за мамочку длинные ноги. Мне нравится. Ну что за звуки, как будто кто-то дрыщет по носу. Похожий звук. 3, 2, 1. Раунд начался. Слышь ты, отвали от меня. Иди сюда. Это не я. Ага, вы все взяли эти мамочки длинные ноги. Опа, один ушел. Я убил одного. Это хорошо. Иркучка, что ты тут прячешься? Иди сюда. На тебе, есть, ребятушки. Я лучший игрок. Я хочу сравняться с Итучкой. Не только чтобы побеждать. Ну нет! Итучка, ты меня выиграл? Да. Да ну блин, я не хочу с тобой больше играть. Ты какой-то сильный очень. 3 раза. А, нет, ну ты еще не выиграл. Я в Майнкрафте пвпш жестко. Да блин, Майнкрафт до этих монстров. Я там кликать научился жестко. У тебя автокликер, поэтому ты выигрываешь. Нет. Ну что, Максим? А, это гусанёк, пиписька, давай. Я умер. Есть. О, да. Туда этого бота. Хорош. 3, 2, 1. Погнали. Давайте, чебуреки, идите сюда. Че такой медленный? О, собачело. Где собачила? Да блин, я так в жизни я постарею, пока я до кого-то дойду. Где псина? Гусанёчек, ну иди, не бойся, я добрый собака. Я посмотрю на себя. Да я не могу дойти до тебя, хоть подойди, я тебя убью. О, как все умирают. Дима. Давай. Ладно, хой, расходишь. Да блин, я вас боюсь, вы с двух сторон. Да ну, это так конченая собака, лучше бы её не брал. Блин, ну настроение классно, не хочу проигрывать. Ну-ка, пацаны, давайте. Кто не боится мамочку длинные ноги? Замочите. Давайте, нападайте на меня. Максим, а ты где? Ты вот это вот стоишь? А, нет. Я это мамочка. А, я вижу, ты в углу тут обоссал тут все. Давай. Так, сапфировали. Ладно, он ушел. Давайте деритесь, мужики, вы че сыте? Давай, Максим! Нет! Тут надо как-то угадать в клик правильно, я не понимаю. А ну! Кто это, этот Хаги?
Ах ты ж. Туда. Кто выиграл? Я. Блин, ребята, жопа. Мы еще пока не можем определиться, кто победитель. Получается, пока и Тучка, да, больше всех выиграл, или да, как? Да, да. Но мы ему поддаемся, мы хотим, чтобы он в этой серии выиграл. Обязательно. О, ребята, у нас есть очень быстрый хаги-ваги. Во, классный. О, нифига не быстрый. И такой звук, как будто по вентиляции лезу. Ну ладно, ну, попробуем за него поиграть. Готовы все проигрывать? Да. Давайте, давайте, битва началась. Я буду сейчас очень аккуратно играть. Очень аккуратно. Это ты вот этот вот, который ползает? Да, 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 да. Ты хочешь меня убить? Гусанёчек, да. Ну что, ты готов слиться? На тебе за... Да как вы это делаете? Как вы это делаете? Почему я умираю? Мне это клик нужен, Дим, клик. Так я же кликаю тысячу раз в секунду. Давай на раз-два. Давай на раз-два, три. На друг друга. Надо идти куда-то идёшь. Так, так, так. Давай, раз. Смотрим. Два, три. Ну, Гусанёк, ты что, псих? Да ну, лачим. Мне кажется, у Гусанька есть шанс выиграть в этой серии. Но до этого момента был он. Не смог. Давай, мамочка, длинные ноги, раздупли их всех. Ладно. Это опять Итучка за красного играет? Это опять Итучка. Ребята, смотрите, какую возьму сейчас монстриху. Мисс Делайт. Я знаю, что она не будет убивать, когда на меня никто не смотрит. Но кто знает, у нее есть очень большое преимущество. Просто колоссальнейшее. Готовы все? Да. Это что, получается, буду весь раунд просто стоять? Давай, начинаем! Ага, вот, я немножко могу уходить, когда никто не смотрит. Смотри, ты умрешь. Да блин! Ну, я буду сейчас жопа горит. Хорошо, что я не сижу на деревянном стуле. Уже в стул загорелся бы, блин. Ты меня отомстил. Спасибо тебе большое. Итучка, это ты красный хаги? Да, это я только посмотрел. Так, а где вы, пацаны? Я хочу посмотреть, как вы будете... А, вот! Ну-ка! Да блин! Отлично! Хорош, хорош! Сзади, будь внимательнее, приближается монстр стрёмный. Ну-ка. А, отступил? А-ха-ха! Боитесь? Да как ты это делаешь? Вон вдвоём же ж я видел прям, я взял в руки тебе. Так. Стой, всё, ты выиграл? А не вот ещё. О, собака хвостатая, давай! Стой, кошага! Не убегай, не убегай, не ссы, тебя всё равно убьют. Если я сейчас... Так. Они меня окружают, понятно. Три монстра. Смотрим. Вонючая шкатулка и мамочка длинные ноги. Да как? Молодец, шкатулок, кин сын. Я не знаю, как его там зовут. Так, ну давай. Собачья дочка, давай. Да, Санька, Санька. Ребята, надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение, потому что мы сами записываем и угораем. Мы не просто записываем, мы еще и классно проводим время. На тебе, щенок! Все, собачья дочка тебе села, давай дальше. Так, это Итучка красная морда? Опять, да. А, ну это... А тебе можно вселиться до тебя еще? Нет. Блин, было бы классно, вдвоем стелились бы. Так, ну что, делаем ставки. Костяная собака или красный агиваги? Ну-ка, ну-ка. Костяной кот. Ну, беги! Да ладно, так... Итучка, ты, наверное, будешь победителем в этой серии. Ну что, давайте, 3, 2, 1. Ребята, решающий раунд. Выясним, кто же лучше будет монстр-игрушка. А ржет, блин. Так. А ты куда пошел? Мне придется тебя убить. Что происходит? Так, я не могу, у меня жопа сейчас горит, и почему я умираю? Я же кликал. Рахит. О, давай, собачья голова, пошла. Нам убегай. А шкатулочный сын, нет? Не ваш шкатулочного сына. Съели его, съели. Да, съели, да? Ну шкатулка тоже прикольный монстр. Так. Не, убегай, убегай, он тебя все равно убьет. Ну-ка! Есть! Гусанек, ну что ты? Довольно-таки неплохо играл. Я буду пока на стуле сидеть. Так, это двое монстров, да, осталось? А, треть. Опять Итучка, смотрите, на крысы играет. Он, да, он, а вот играет. Еще. Я не крысь. Давай, давай, давай. Ты убей Итучку, пожалуйста. Делаем ставки, чтобы Итучка слился. На тебе. Вау. О, все, классно. Да. Максим, ну ты... Я как испугался. Это работает? Вообще, я испугался, если честно. А кто сейчас вот это за синего монстра тут играет? Опа.
Так ты или ты кто из вас играет такие? Ну что, сейчас у нас будет стычка и Тучка, и Максим. Кто же из них победит? Да, я думаю, что выиграет Максим. А Максим, я за тебя болею. Ты дожидаешься, да, меня? Да, Максим, давай, тащи, тащи. Ну, тащи, ну! Что? Да, да нет! Ну, Максим! Ну, мы за тебя болели. Читер, а? Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! О, слабый взрыв, стойте! Голимая концовка, да. Голимая! Давай еще, давай! Голимая, вот! Да. Вот это по-нашему!